Существование ивгородских монахов окружено загадками и легендами. Говорят, что вдали от мира эти святые воины годами оттачивают боевое искусство в легендарном небесном монастыре, где они закаляют свой разум и тело. Величайшая честь для любого монаха – следовать велению тысячи и одного бога, даже если это означает верную смерть. Теперь, когда силы тьмы свирепствуют по всему миру, ивгородские патриархи приняли решение отправить одного из лучших служителей ордена, чтобы тот уничтожил зло и восстановил гармонию в истерзанных землях санктуария. Монах – орудие самих богов. Этот непревзойденный мастер боевых искусств расправляется с одиночными противниками при помощи молниеносных ударов или же уничтожает целые толпы демонов с помощью силы духа. Битва для монаха – важный элемент на пути к физическому совершенству. Он может голыми руками сразить закованного в латы противника, но при этом также владеет мечами, посохами и другими видами оружия. Искусство рукопашного боя, которым владеет монах, подкрепляет силу духа. Дух – это внутренняя сила, которая позволяет монаху наносить такие сокрушительные удары, как семь сторон света. Монах восполняет запасы духа, успешно применяя боевые приемы против противника. Этот выдающийся воин также знает особые мантры. Монах способен направлять свой дух таким образом, что вокруг него и его союзников начинают струиться потоки светлой энергии. Среди прочего, мантры могут залечивать раны и укреплять защиту союзников. Монах не носит тяжелую броню, вместо этого полагаясь на свою сверхчеловеческую ловкость. Обладая молниеносной реакцией, он способен уклоняться от мощных атак и отрываться от преследователей со скоростью ветра. Вот и все! Целеустремленный, безудержный и непреклонный монах воплощает собой единство разума, тела и окружающего мира. Если вы готовы храбро броситься в рукопашный бой и ступить на дорогу самосовершенствования, то вам подойдет путь монаха. Бой окончен!